В Свердловской области суд отказался лишать свободы убийцу вице-мэра закрытого города. Лишивший жизни 58-летнего чиновника, 42-летний айтишник Алексей Шамеев в качестве наказания за непредумышленное убийство в течение ближайших полутора лет будет лишь ограничен в свободе. Столь мягкий приговор на днях прозвучал в Алапаевском городском суде Свердловской области по месту совершения преступления. О трагедии, произошедшей чуть более года назад в лесу в районе бывшей станции «Озеро» Алапаевской узкоколейной железной дороги, Тау своевременно рассказывала. Компания старых добрых друзей-охотников в последний рабочий день недели 27 ноября 2020 года собралась в Алапаевске и вместе с егерем выдвинулась в район так называемых «солонцов» – зимних кормушек, чтобы поохотиться на косуль. Соответствующие лицензии и разрешения на владение огнестрельным оружием у этой группы были. В числе охотников были и 58-летний заместитель главы администрации города Новоуральска Михаил Черницкий и его давний приятель, 41-летний на тот момент, начальник отдела IT-компании «Бинсофт», житель Березовского Алексей Шамеев. Таким коллективом охотники собирались регулярно. Вот фрагмент одного из видеоотчетов, снятых Черницким, во время охоты двумя годами ранее, в тех же самых Алапаевских краях. Наивысший момент охоты. Только что загрузили в распаренный на костре уголь в печень. Вот сейчас еще загружаем. Закрыто. Закрыто. Все оторвано. Да. Ура! Мы это сделали. Ура. В общем, на козлов у нас больше лицензий нету. Все три лицензии закрыты. Осталось на кабана, да, Влад? Где? Влад не пьет, но мне кажется, на кабана у нас три. А три даже? То ли я выпил уже на крови, то ли Влад трезво ошибается. День закончивается удачно. Ну как, мы закрыли последние лицензии, две штуки. Правда, не закрыли еще две лицензии на кабана, да, у нас. Вот сейчас идет самый меркантильный такой, скажем так, момент охоты, дележка. Насколько удачной оказалась охота 27 ноября прошлого года, нам неизвестно. Только в самом ее конце, уже затемно, произошел трагический инцидент. Не просто опытный охотник, но и победитель ряда соревнований по спортивной стрельбе Алексей Шамеев во время разряжания своего карабина «Вепрь 308 Супер» для контрольного спуска нажал на спусковой крючок, не убедившись, что в патроннике нет патрона. При этом ствол его карабина был направлен так, что на линии огня оказался другой охотник, Михаил Черницкий. Тут надо уточнить, что карабин «Вепрь 308 Супер», он же «СОК-95М», производство Вятско-Полянского машзавода «Молот», является весьма грозным оружием. По сути, это пулемет Калашникова калибра 7,62, созданный специально на экспорт под натовский патрон 308 «Винчестер», разве только не стреляющий очередями. Этот карабин предназначен даже не для любительской, а профессиональной, промысловой охоты на крупную дичь. В результате прямого неприцельного выстрела пуля угодила в левое бедро Черницкому и повредила паховую артерию. Понимая, что в то место, где произошел инцидент, автомобиль скорой помощи не доедет, товарищи повезли раненого охотника в домик егеря. Туда же вызвали врачей. Однако к моменту прибытия бригады скорой, глубокой ночью, раненый чиновник уже скончался от обильной кровопотери. Совершившему роковой выстрел Алексею Шамееву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину Шамеев не отрицал. На время проведения следствия обвиняемый оставался на свободе под подпиской о невыезде. Кроме того, для обеспечения гражданского иска родственников погибшего чиновника, а у него помимо вдовы остались четверо детей и трое внуков, на имущество айтишника был наложен арест. Реального лишения свободы Шамеев избежал. Суд наказал его ограничением свободы сроком на полтора года, в течение которых он не сможет без разрешения инспекции покидать пределы Свердловской области, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и гулять по ночам. Куда строже оказалось решение по гражданскому иску. Суд обязал Шамеева выплатить родственникам погибшего чиновника 2 миллиона 300 тысяч рублей в качестве компенсации
материального и морального вреда. И пока все до копейки осужденным выплачено не будет, его имущество продолжит оставаться под арестом. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.